идея такая, откуда нам взять движение? Вот я стою ровно, мне нужно сделать движение, где силу взять, да? Если я вот просто напряженной рукой бью, вот очень стараюсь. Человек напрягается в ответ, и я тоже напрягаюсь. Какой самый пока простой вариант, чтобы взять силу? Без всякой внутренней работы. Вот я переношу вес на одну ногу, да? Вот я, видите, образовалось напряжение. Ну, напряжение для кого напряжение? Для нас это энергия. И вот эту энергию мне надо двинуть куда-то. Да, вот раз, я ее до плеча довел. Раз, дальше как? Оп! И вот я ее в руку взял. Видите? То есть я сейчас на землю не опираюсь. У меня вот здесь вот то напряжение, которое было внизу. А дальше я его просто отпускаю. Что здесь самое главное? Убрать вот желание. Да? И страх. Что такое страх? Это когда я бью в мяч. Страх и контроль. Нету страха и контроля. Вот подняли. Сквозь мяч просто отпустили. Все. Ни желания, ни силы, ни страха нет. Ну, естественно, это у нас тренировочный вариант через все тело, да? Потом, когда уже в жизни мы же не будем такие большие движения делать, да? Они уже будут покороче. Да, то есть вот. Чуть-чуть маленькую волну можно запустить. Вот. И уже вот здесь поймать силу. И отсюда можно ее уронить. Да, то есть это мы сейчас рассматриваем первый источник силы, называется импульс от опоры, да? Волна от опоры. Потом поговорим о других. Спасибо.